Данил, вот знаешь, где важно уметь хорошо позировать на камеру? Ну-ка, давай. Не на Кир... не только на Кировке, да, судя по всему? Вот когда получаешь такие дипломы, давай... нужно хорошо получаться на фото. Давай, знаешь, не будем обманывать наших зрителей. Этот диплом получила не ты. Ну да. А, коллектив, который у нас сегодня в гостях. И мы сейчас как раз спросим, что это за диплом и что это за конкурс, в котором они участвовали. Да, расскажите всем, пожалуйста. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И не только Наталья, все. Весь вокально-инструментальный ансамбль «Райская крепость», который у нас сейчас в гостях. Наталья, расскажи, пожалуйста, что за конкурс, что за диплом и как вы его получили? Мы с удовольствием приняли участие в 6-м всероссийском фестивале среди сотрудников уголовно-исполнительной системы, который проходил в городе Омске. Были очень рады. И, конечно же, вот нам вручили этот прекрасный диплом лауреата первой степени в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль». Получилось сфотографироваться с дипломом? Сделали много фоток мы после? Мы много селфи сделали, очень много видеорепортажей таких небольших. Конечно, такой диплом красивый. Но я думаю, что все-таки главную награду коллектив получил как раз-таки не за селфи, а за свои музыкальные способности. Поэтому мы сейчас, собственно говоря, вам предоставляем возможность их всей нашей области продемонстрировать. Прошу. Спасибо. В этом мире, в этом городе, там, где улицы грустят о лете, ходит где-то самый сильный, самый гордый, самый лучший человек на свете. Вновь зима в лицо мне вьюгой дунула, и навстречу вьюге я кричу: если я тебя придумала, стань таким, как я хочу. Ходит мимо в этом городе, и слова пока не слышит эти. Самый умный, самый сильный, самый гордый, самый лучший человек на свете. Вновь зима в лицо мне вьюгой дунула, и навстречу вьюге я кричу: если я тебя придумала, стань таким, как я хочу. Знай, скоро в этом городе непременно встречу здесь желанным, самым умным, самым сильным, самым гордым, самым ласковым и самым славным. Вновь зима в лицо мне вьюгой дунула, и навстречу вьюге я кричу: если я тебя придумала, стань таким, как я. Придумала, стань таким, как я хочу.
Браво! Аплодисменты в нашей студии, как всегда, не многочисленные, но громкие. Спасибо большое. Теперь мы понимаем, за что вам вручили этот диплом. Я, кстати, его отдам. Да. В рамках темы нашего эфира обязательно сейчас сфотографируемся с вами, пока мы с Катей перейдем к следующей рубрике. Оставайтесь, пожалуйста, не уходите далеко. Очень хочется красивое фото с таким вокально-инструментальным ансамблем «Уральская крепость», который у нас в гостях сегодня был здесь. Ну, а пока мы фотографируемся, у вас есть возможность записать очень вкусный рецепт в нашей постоянной рубрике «Хозяйки на заметку» вам сейчас расскажут о гризликах. Вот так.